Как известно, студент-первокурсник становится настоящим студентом только после первой успешно сданной сессии. Но и без традиционного праздника посвящения в студенты никак не обойтись. 6 и 7 ноября первокурсники Муромского института Владимирского государственного университета официально вступили в студенческое братство, став его полноправными членами. Я поздравляю вас с вашим праздником, с этим замечательным событием, посвящением студента. Единственное, что хотелось бы сказать, конечно, это посвящение сегодня такое торжественное, символическое. Первое посвящение настоящее, я считаю, будет у вас, когда подойдет сессия. После этого будет видно, кто настоящий студент, а кто нет. Официальное открытие праздника по традиции ознаменовало клятва первокурсников на верность студенчеству и нашему вузу. И зажжение чаши знаний – символа преемственности поколений. Яркие танцы, песни и шутки – все это могли видеть первокурсники на главной сцене института и, конечно, принимать в этом непосредственное участие. В конце творческого капустника студенты старших курсов преподнесли молодому поколению символ своего факультета. Старшекурсники факультета радиоэлектроники и компьютерных систем, МАШФАКа и факультета экономики и менеджмента свои символы объединили в один. Получилась большая гайка со счетами внутри и с отверстиями под USB-накопители для хранения записей выступления с посвящения. Юристы преподнесли первокурсникам судейский молоток как символ справедливости. Факультет социальных технологий и педагогики – большое плюшевое сердце, согревающее своим теплом. А факультет информационных технологий – главный рабочий инструмент студентов – клавиатуру.